А, так, новый сосед, да? Я тут новенький, надо с ним будет, наверное, так. О, что-то он там делает. Интересно, кто будет в этот раз, а? Опять хулиган какой-то. Что он делает? Ёханый баба, это что? Ах ты, сатанист проклятый, что это вообще было? Как он на моих глазах дерево вырастил? Офиг. Ладно, ладно, нужно разобраться, кто тут вообще такой. Офигеть просто. Так, все, настало время познакомиться с этим странным соседом. А ну, сосед, давай, открывай давай уже. Ой, да кто там опять пришел? Да иду, давай, я открывай, что так долго, иду. Давай. Ты убил дьявола, ты убил гольфиста, ты убил японского каратиста, ты убил эту дверцу. Чё? Я познакомиться пришел. Ты что, вообще с ума сошел? Чё-то я сожалеть сейчас, наверное, буду. Сосед, я твой тоже новый сосед. Может, не знаю, подружимся. Только что-то я уже передумал немного, если честно. Странный ты какой-то. Дьявола, ты здесь шумишь! А ну пошел отсюда, вон, и больше ко мне вообще не приходи. Ну в смысле, я с тобой познакомиться хочу, в гости пойти зайти, вот. А ну пошел нафиг отсюда! Пошел нафиг! Давай все, уходи отсюда! Я не знаю, ну как я могу тебя вот пощи. Чё? Я сейчас тебе палкой настучу по голове! А ну пошел отсюда! Да какие пошел! Ну, сосед, дайте лайков предложу, не знаю. Вот любишь лайки, любишь? Ну да, люблю лайки. Ну вот я тебе вот сейчас дам один лайк, и ты меня пустишь. Просто интересно, что у тебя за дом вот такой странный, конечно. Вот прям интересно. Нет, лайки ты, конечно, можешь мне дать, но в дом я тебя все равно не пущу. Все, пока, я занят. Пока! Дебил какой-то, вот ей-богу. Я сказал, пошел отсюда! Ой, чё-то мне не нравится этот чудак, если честно. Ну ладно, ладно. Я приехал, жрачки вообще дома никакой нету, все потратил на переезд. Ой, сейчас попрошу, может хотя бы мне яблочко какое-то даст. Сосед, ну пожалуйста, ну открывай, сосед. Ой, да кто там опять шумит? Чё ж ты такой-то медленный? Какого дьявола ты здесь шумишь? В гости хочу, покушать, накорми соседа доброго, а? Ой, ну ладно, заходи, Гарри-повар накормит, давай, садись. Кого? Кто? Гарри-повар. Так садись, я накормлю. Яблочки, печеньки, садись, не стесняйся, садись. Какой Гарри-повар? Ладно, это тебя так мама назвала? Гарри-повар? Да, Гарри-повар, я просто хороший был повар с самого детства. Родился сразу с яблоком во рту, вот теперь яблоки. А, офигеть. А что, ты только яблоки умеешь готовить, и все? О, печеньки еще умею. О, вот печеньки люблю, печеньки. Я все заберу, ты не против? И вот эти тоже. Да, забирай. О, спасибо. Так, сейчас. Ты мне даешь печеньки, да, возьми свои печеньки. Ну что, давай, что ты покушал, да, все теперь проваливай. Почему провали? Я хочу подружиться. Может мы лучше быть друзьями станем, Гарри Повар, а? Ну покажи мне свою вот эту хату. Давай, что тут у тебя есть интересно? Ладно, пойдем, только не шарься наверх, пойдем. Пошли. Вот Гарри Повар, вопросик. А что у тебя вот тут на лбу? Что это такое? Шрам? Откуда? Да, это дядь Володя, короче, мамку мою грохнул, и вот теперь со шрамом хожу всю жизнь. Дядь Володя? Какой дядь Володя? Да, Володя Морт, у него фамилия была. Вот, он грохнул маму мою, а мама мне шрам оставила. Прикол. Ладно, давай показывай, что... А ну, включай телек, давай позырим что-то. Так, давай, сейчас я тут только найду какую-нибудь передачу, да, нормально. Да. Ты подожди, да. Главное, прикинь. Так, это не то, это тупой мужик, нянка, так это... Все не то, где там про этих, про Гарри Поттеров, сейчас покажу. Ты где? Да, я просто проверил. А это что такое? Ты тут химичишь? Ты же говорил, ты повар. Оказывается, химик какой-то. Да нет, это, видишь, яблочный сок, это вот а вот это тоже яблочный? Может, сливовый это... какой-то? Да не, это, вы синенький, да? Да, не, вот зелененький вот этот. А, зелененький это яблочный, а вот это синенький. Вот с черникой. Черника, прикольно. Вот прикольно у тебя хата, прикольно. А чё она такая странная? Вот архитектор какой-то наркоман был или что? Как-то непонятно, да, она построена. Да, у меня просто, когда вот дядя Володя Морт вот грохнул маму мою, у меня крыша поехала, и я решил вот такие дома строить. Офигеть, вот прикольно, Гарри Повар, Ладно, а ну пошли сюда, а тут у тебя чё? А здесь у меня, в общем-то, туалет. Вот, у меня тут туалет, можно покакать, пописать там, не знаю. Ты сейчас какать будешь или что? Мне типа подождать? Ну да, или... могу, в принципе, покакать. А, ну главное... ладно. Да подожди, сейчас я быстренько. Ой, да. А ты-то где? Ты куда пошел? А ну что ты тут делаешь? Да вот сюда, офигеть! Чё это такое, Гарри Повар?
Туда нельзя, туда нельзя. Там секретная моя комната. А как ты такую дверь сделал? А это вот я просто архитектор крутой. Я тронутый на всю голову. Да ты подожди, я докакаю, ты главное тут посиди. Ладно, я не буду, не буду. Да, Гарри Повер, да. А расскажи мне еще про Володю, расскажи про Володю, Гарри Повер. Ой, да Володя вообще какой-то странный чувак, со змеями постоянно разговаривал, а потом вообще это... Короче, он совсем дебил, и грохнул маму мою. Ты где? Просто в комнатку. Да ничего тут такого... Гарри Пол, ничего такого не было, только вот какая-то палочка непонятная, что ты это такое? Ты отдай мою палочку! А ну отдай, пожалуйста! Да, Гарри Повар, что? Я тебе сейчас побью! А ну отдай! Какое? Быстро отдай! Я тебя сейчас застрелю, ты! А ну быстро! Что это такое? Быстро отдал! Чё? А ну отдай мою палочку! Офигеть! Быстро отдай мою палочку! Да чё это такое? Что за палочки вообще? А ну иди сюда! Да отстань ты от меня, Гарри Пор! Офигеть! Вон, забирай эту палочку и проваливай, больше вообще никогда ни ко мне не приходи! Офигеть, чё это за палочки какие-то странные! Офигеть, ладно, нужно будет разобраться. Так, чё это за странный сосед, Гарри Пор? О, чё он делает? Офигеть! Так. Это уже ненормально. Это уже вообще ненормально. Так, я вообще не понимаю, что это за палочка у него какая-то. Электрошокер какой-то лишь. А как он сейчас туда телепортнул? Офигеть. Это 100% какой-то маг, нафигеть. Что он вообще делает? Офигеть. Так, нужно выяснить, что и кто это вообще за существо, потому что это точно не человек. Гарри Повар. Это что-то знакомое, Гарри Повар какой-то. Ладно, сейчас выясню, пойду и узнаю, что это вообще такое, а? Ой. Так, все, мне вот это надоело, какой-то странный сосед. Да, сосед, открывай, забирай свою палочку какую-то демоническую. Ой, опять не дают мне ничего делать-то, вот что. Ой, ну что тебе надо, сосед? Опять будешь стреляться, да? Да я извиниться, да, будешь стреляться! Да не, сосед, Гарри Повар, успокойся. Я сейчас буду в бешенстве! Да не. Это ты сделал? Не верю. А ну еще раз. Ай, не верит. Не, это просто дождь начинается, это не ты. А ну сосед. Как тебе такое? А ну иди сюда. Видишь, да? Видишь росточек? Ну. Видишь? Офигеть! А как ты это вообще делаешь? Ну, понимаешь, только ты пообещаешь, что ты никому не расскажешь. Да просто никому, отвечаю. Ну, в общем-то, я учусь в одной школе, но не обычной школе, в магической школе, Хогвартс. Но у меня сломался туда портал, и вот я вот сейчас его как раз строю, вот, и такое. То есть ты хочешь сказать, что ты маг, да? Да, я маг. Вообще тогда не складывается. Ты же говорил, ты Гарри Повар, ты ж повар. Так, я Гарри Повар-то, ну да, я как бы еще и поваром по совместительству работаю. Да, мне кажется, ты наркоман какой-то врёшь. Ты не... А ну докажи еще, а ну. Вот просто повезло то, что дождь начинается, вот просто он тут... Ну это такое, я себе просто зажигалкой в меня бросаешься. А ну еще что-то. А вот это уже магия, А вот это что? Что я у тебя украл? Только ты тебя аккуратно, не ты сильно это, не нажимай. А что это такое, электрошокер какой-то? Это не электрошокер, это великая палочка. Ты что ты делаешь? Это палочка великого волшебника, которая не досталась по наследству. Офигеть, а можно я тоже магом стану? Ну, Гарри Повар, пожалуйста, научи меня. Нет, а ну отдай мою палочку и вообще не. Не, можно я себе оставлю? Нет, эту палочку ты должен мне отдать. Ладно, забирай. Ой. Офигеть. Что тебе еще от меня надо? Все, проваливай. Ну. Да не. Сейчас, Гарри Повар, секундочку. Я в дверь стучался и видел, как ты отсюда вышел, а тут ничего тут нету. Тут ничего нет, да, тут... А как ты отсюда вышел? А, никак, это просто пол. Я просто тут и стоял. То есть ты хочешь сказать, у меня галюны, да, какие-то? Да, тут у всех галлюцинации, тут просто трава какая-то непонятная. А ну, что-то... Ты мне что-то врёшь. А что это такое? Тут ничего не было, нет, тут ничего. Опять скрытая какая-то дверь, да? Офигеть! Тут ничего. На, господи. А ты врёшь, Гарри Повар? А это что такое?
Ай, ну да, 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 это портал, я тебе рассказывал, про портал Хогвартс, я его строю, вот, а ты мне мешаешь. Телепортируй меня, не работает. Ты тупорыла дубина, ты понимаешь, что я его чиню как раз, а ты мне мешаешь. И ты потом в Хогвартс. Кого? У тебя в психике все нормально, в порядке там? Да я просто когда волнуюсь, делаю вот так. А кто его сломал, Володя? Нет, я просто слишком часто им пользовался, и он просто срок действия истяк, понимаешь? Да, я понял. А можно, когда ты его починишь, я с тобой отправлюсь в Хогвартс? Я тебе сказал же, что ты тупой магл, ты не должен вообще ничего про это был знать. Я тебе многое рассказал. Да все, пошел ты, Гарри Поттер, какой-то неинтересный. Вот и проваливай. О, сейчас, а еще один, а вот тут что такое? Тут вот огород, у меня вот огород, тут всякие вот пшеницу выращивают, все остальное, да. Да. Ну, обычный огород, может там еще какой-то портал есть? Ну, там, в общем-то, на моем огороде хранится... Только ты обещаешь, да, никому об этом не рассказывать? Да, и вообще никому. И сам не будешь туда ходить. Да, вот просто, не знаю, даю слово мага тебе. А, слово мага, ты не маг. Ну, ладно, магла тогда. Хорошо. На огороде хранится самая сильная палочка во всей вселенной. Я ее там специально храню, чтобы никто там ее не взял. Ну ты же не возьмешь, да? Конечно нет, я даже не знаю, где она. Ну что тогда проваливай отсюда. Ну все, проваливай, ты все уже узнал. Да не, я хочу палочку посмотреть, можно, пожалуйста? Я тебе, ты мне пообещал, что не пойдешь, а ну проваливай. Ай, ладно, а можно мою старую палочку? Вот ту, которая электрошокер? Нет, ничего тебе нельзя, ничего нельзя, все проваливай от меня. Злой ты, Гарри Повар, все же. Отстань, мне портал нужно чинить, все, отвали от меня. Злой. Так, мне нужно доказать этому Гарри Повару то, что я не магл, я магом могу быть. Я сейчас достану вот ту палочку, и покажу ему то, что я могу ей овладеть. И вот буду всякие там пиу-пиу делать молниями или чем это вообще такое. Так, ладно, он говорил то, что где-то вот там, да, у него палочка есть. Он, кстати, где? А, нет, у него тут, ладно. Там, значит, да, палочка? Ладно, сейчас увижу там. Так, ловушка, Гарри Повар, помогите! Ой, да кто там опять? Даже телевизор не даю посмотреть. Ну что там опять произошло? Ты что тут делаешь, а? Ну, блин, ну прости, я просто на палочку хотел посмотреть Гарри Повар. Ой, боже ж ты мой. И скажи, что мне теперь с собой делать? Ну вытащи меня отсюда. Я тебе дам одну палочку, а палочку телепортации. Если ты ее сейчас профукаешь, то тебе конец, ты понял? Не-не-не, все нормально, все нормальное будет, да. Ладно, держи. Какого черта ты вообще здесь делаешь? Ну просто пшеничку хотел одолжить. Оп! Офигеть! Ты пообещай. А ну дай мне терпать. Не-не-не, можно мне оставить? Пожалуйста. Ладно. Злой ты, Гарри Повар. Все, теперь проваливай. Да почему проваливай? Может, ты мне еще что-то покажешь? Ой, ладно, пойдем тогда в дом. Пойдем в дом, иди за мной. Да, пойдем. Пошли. Пойдем наверх. Там еще палочки есть? Наверху. Нет, палочек больше нету, но есть еще получше штучка. Получше? А что может быть получше, чем палочка? Ну я не знаю, эти палочки уже тошнит от этих палочек. Не, весь дом этих в палочках. Пойдем. Там еще один этаж есть? Да. Я даже не заметил. Да, выпусти меня! Да, пролази уже, ты туп, жирный, тупой. Да, я застрял! Да, накормил меня своими яблоками, а? Ну давай, залази уже. Все, я тут. Вот, ну, собственно, смотри, я тут рабочее место, за компьютером сижу, вот, тут еще бабочки. А книги есть. Пишешь? Книги или это рецепты какие-то? Это рецепты для зелья, вот я тут пишу. А, я думал, ты там пирог какие-то в органе, ты же повар, да ну ладно. Не. А вот там что? Там палочка какая-то, я просто уверен, что там палочка. Да нет, там ничего нет. Да как нет, если тут палочка? Да вот куда смотри. Ты пошёл? Куда ты? Ах ты... И чё, Я тебе говорил туда не ходить? А вот теперь все, у тебя проваливай отсюда. Все, да, проваливай отсюда. Проваливай. Ладно, все, успокойся, Гарри Повар, я пошел. А ну проваливай. Да не стреляй в мой дом, а? Ушел отсюда, не стреляй. Пошел отсюда. Все. Значит, ты больше ко мне не приходишь, все. Да. Сказал, все, отвали. Да я с тобой даже дружить уже не хочу, противно. Ну вот, все, давай, пока. Так, ночь на дворе, Гарри Повар точно будет сейчас спать. Или там колдовать, или портал строить. Фиг его знает, что там делает. Я уже знаю, где палочка находится, поэтому сейчас ее 100% украду. Так. Он походу в подвале там строит свой портал. Так, сейчас опять бы не попасться в эту ловушку. Как он тут вообще... А если я вот... О!
Дебила тут не продумал. Так, где у него тут палочка, а? Где палочка? Тихо, так, нужно быть тихо. Тихо. Это что за дырка? Опять скрытый проход. Так, 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 так. Главное, чтобы он не услышал. Вот тут, походу, палочка должна быть, да? О, офигеть! Палочка всевластия! Так, 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 нужно уматывать, главное, чтобы он не услышал. Так, 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 тихонечко, аккуратненько, чтобы опять не провалиться. Сматываемся, сматываемся. А что, кстати, эта палочка вообще делает? Ладно, я даже ничего... Это как... Я ее просто в руку взял, как... Демоническая палочка. Так, ладно, ладно, все, нужно сматываться отсюда. Офигеть. Так, все, 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 нужно ее выложить куда-то. Все, все, все. Моя прелесть. Так, 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 палочка у меня есть. Пора время отправиться в Хогвартс. Вместо этого... Недомага Гарри повара. Лучше бы реально каким-то поваром работал в забегаловке. Зато у меня сейчас палочка есть, а у него нету. Так, так, так. Ай, наконец-то этот тупой портал достроен, и можно отправляться в Хогвартс. Наконец-то, наконец-то. Никуда ты не отправишься, у меня же палочка Гарри повар. А ну выходи отсюда. Нет, убери эту палочку, верни мне ее, верни на место. Это ты меня маглом называл. Сейчас нет, я нет, буду... Нет, 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 пожалуйста, нет, не только не махай ею, просто положи ее на пол, не надо ничего делать. Вот так? Нет! Так, настало время покорить весь Хогвартс. Время приключений.